Доброе утро, друзья. Кто где? А мы на рыбалке. И не просто на рыбалке, а на рыбалке на Черном море. Сейчас пытаемся поймать неизвестных рыб. Дивных. Спускаемся вон туда, вниз. Погнали. Красавчик. Такой у него опарик торчит, будто он язык показывает. Челюсти у них очень мощные. Ну что, возьмешь? Отпустить. Ом. Там на берегу вплав медуз. И первый заброс. Попробуем сегодня половить на креветку. Бомбарды? Не клюет? Видно, какая рыба. Первая рыба есть. Смотрим, креветку вообще не стало клевать. Да, на креветку никто за не заинтересовался. На опарика тут же кто-то подъехал. Ну, кочленная зеленуха, конечно же. Что еще? Отпускает, смотрите, я. Отпускает. Моя задача отпускать. А, нет, туда ее кидай, она колючая. Нет? Потом. Я еще не проснулась. Потом будет отпускать. Сейчас ты. Помню, как мы наловили пакетик рыбки и предложили местным котикам. И что вы думаете? Они не едят рыбку. Они сказали, рыбка? Какая рыбка? Иди давай вон в магазин, да пакетик покупай, тогда заходи. Стоило рыбаку отойти, от ризиков начинают прыгать маленькие рыбки там тут. Кто это? Зеленуха. Покрупнее, чем первая. Сейчас. Ой. Зачем ты мне дал? Не колючие. Ай. Отпускай. Опа. Это кто? Это что за змей морской? Привет. Какие тут водятся товарищи. Вообще. Какой бутюжок. Мясистый. О, у тебя поплечка. Кто ж там? Зеленец. А у тебя что? А у меня вот. Сегодня у нас на ужин холодец с заливным из зеленца. И минутки не прошло. Кто там у нас? Сколько это может быть на самом деле?
Да. О, старый знакомый. Кто кого хотел сегодня поймать. Карасик. Красавчик. Какой у него опарик торчит, будто он язык показывает. Листья у них очень мощные. Ну что, возьмешь? Отпустить. Он. Хотела я тебя тихонько отпустить. Ну как, дал мне. И был такой. Пока. Кто-то едет. Так, что же там? О, какая крупненькая. Здесь зеленуха. Если не говоришь, она вкусная. Ну, мы с тобой пробовали. Ты забыл? В принципе, ничего. Сладкая, она же вроде сладкая. Сладкая, да. Рыбка. Сладкая рыбка. Вперед. Поехали. Мы, кажется, начали подбирать к ней ключ. Как рыбки. Она берет на очень большую паузу. Что такое очень большая пауза? Ну, останавливается, ложится на дно, а она сама подходит и берет. Она движения не хочет. Когда бомбарды заглубляются? Да. И опять зеленуха. Колючка. Не хочешь упустить тебе? Вот так вот скорее. Пошли домой. Не сопротивляйся. Были бы мозги, было бы сопротивление. Я покажу тебе короткую дорогу. А на этот раз что-то новенькое. И это зеленуха. Или зеленец. Кто это? О, зеленулька это. Сегодня рыбалка отпускалка. И на этот раз зеленец. Не надо его. Ты ему голову закружил. Раскачал. Кто там едет? Догадайся. Наверное, это Дорадо едет. Ух ты! Какой большой зеленец! Стой! Вот кого мы сейчас поймаем, в честь того и будет сегодняшняя рыбалка. И сегодня зеленухин день. Включилась теперь. Кто-то оборвал нам все, оставил недолго. Это кто-то большой был, смотри, вообще все сорвано. Да. Это какая-то вообще невиданная рыба. Я уже молчу. Про такую рыбу. Ну что, где моя кефаль? Привычка взрослая. Нифига не кефаль.
И что? Никифаль. Вась упала. Колючка. Колючка. А я тебе про что? Ты говоришь, что ты роняешь? Наконец-то что-то серьезное. И это... Ух ты. О! Смотри, окунь. Окунь? Какой красивый. Ух ты. Ну, хотел сказать зеленуха. Красавчик. Мраморный окунь, или как они его тут называют. Какой он прикольный. Ух ты! Какие челюсти! Он нам откусывал крючок, но гораздо больше товарищ был. Гадей, вы меня отпускали, я тоже хочу скурить. Акушарик. Интересные расцветки. А пасть-то какая вообще? Он меня кусил. Он мне палец откусил. Все. Красавец. Пускаем, красавчики. Сюда иди. Сюда иди. Иду. Ух ты, какой он юркий. За камушек встал. Кто там у нас в солнечных лучах? Карасик? Там. Ну какой, ну маленький. Розовым отливом. Ой, пар. Ой, уж он колючий. Ой, какой красивый. Это кто это там? Кто бы это мог быть? Здоровый. Такой расцветки тактической. Точно. Рыба. Какая она цвета, да? Красивого. С розовеньким. Это какая-то особенная зеленуха. О, она такая крупняха, как окушок. На лбу. Ой, ой-ка как-то. Что это такое, ага. Интересное? Это в лоб ей кто-то дал. Ага. Зеленуха, щитолобник. Ой. Ух ты, блин, колючка. Меня она кольнула, потом болел палец. Конечно. Ядовитка какая-то. Да. Что? Пусти. Опять? О, еще расшапирилась. Ой. Так. Поехали. Кататься. Сидит такая, ждет. Ну давай. Ай! Как юркнула. Вот это. Огонь, огонь. Ай. А у нее на башке такой нету. Кстати, да. Шишки. Видимо, та все-таки впилилась куда-то. Нифига себе, это заглотило. Нужен инструмент. Ого, какая огромная. Зеленуха. По сравнению с предыдущими. Да, зеленуха. Вон какие зеленые у нее перышки снизу. Чуть спиннинг не отняла. Ты, блин. Ты прыткая какая. Колючая. Пошли уже. Купаться.
И красивые плавники. Зеленоглазые. Где-то. Хорошо. Водичка чистая. Это дракон. Ну-ка покажи. Кто это? Давай на камушке лучше рассмотреть. Собака. Какая такая собака? А есть дракончики. У дракончиков шипы. Здесь сверху находятся. За них схватиться. Ух ты, держит-то, блин, нифига себе. Говорят, если и палец положить сюда, то она кусит конкретно. Да, у нее зубы прям. Да, зубы. Прям зубы-зубы. Ну-ка. Почему она собака? Ой. Вот. Офигеть. Ты смотри, она кусается. Правда. Не беси песика. Песель. Иди гуляй. Песель. Кусается, если так палец упадет. Если она будет большая, но это маленькая зубатка получается. На Белом море-то тоже такие кусаются. Только там она килограммов 2, что действительно палец откусить. Ну что ж, миссия выполнена. Сарган пойман, пиво куплено. И он даже уже закопчен, этот сарган. Вот вовремя позвонить вам надо, конечно. Ну что, приступаем. Ну что ж, приступим к пробованию вкуснейшей, говорят, рыбки. К дегустации. К дегустации. С пивком. И как тебе? Мое, какое мясо у него интересное. Ну, мне только смотреть остается. Вкусно. Mm-hmm. Очень вкусно. Надо пивком запить. Видишь, ты издевается. Сарган. Огонь. Вот она. Морская щука. Вкусняшка. Присоединяйся. Что, вышло солнышко, и рыбаки меняются с купальщиками. Местами. Местами. Оставляем пляж купальщикам. Пойдем переодеваться в них тоже. Да. Ой, дельфины, точно. Слева от парусника.